Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Дорогие зрители и подписчики моего канала, сегодня делюсь с вами очень простым рецептом печенья. Это очень нежное, воздушное печенье, мягкое, понравится всем. Это печенье называется «Одна ложка», готовится буквально за 20 минут. Давайте начнем его приготовление. Понадобится 2 куриных яйца среднего размера, мука 350 грамм, масло сливочное 100 грамм размягченное, 100 грамм сахара, яблоки 2 средних, я их помыла, обсушила, сняла кожицу и нарезала крупно, орехи 150 грамм, я их поколола, а также отправила в духовку, чтобы они были очень вкусными и хрустящими. Также нам понадобится ванильный сахар, 1 пакетик, соль, щепотка и 2 чайных ложечки разрыхлителя без верха. Так как печенье готовится очень быстро, можно уже включать духовку на температуру 180 градусов по Цельсию. Давайте продолжим работу. Беру миску с яйцами. Сюда же добавляю ванильный сахар, соль. И начинаю взбивать миксером до пены. Пена появилась, пора бы добавить сахар. Высыпаю 100 грамм сахара и взбиваю при средней скорости 5 минут до пышности. Яично-сахарная масса увеличилась в размере и побелела. Теперь размягченное сливочное масло добавляем в яично-сахарную смесь и взбиваем на средней скорости приблизительно 1 минуту. Яично-сахарную масляную смесь оставляем в сторону. Беру разрыхлитель и смешиваю его с мукой. Делаю это ложкой. Распределяю разрыхлитель в муке. Муку с разрыхлителем просеиваю в яично-сахарную масляную смесь. Делаю это постепенно. В итоге должно получиться в меру тугое тесто, которое не расползается по коврику. Посмотрите, какое тесто получилось в итоге. В меру тугое. Так и нужно. К тесту добавляем яблоки и крупно нарубленные орехи. И все смешиваем. Итак, тесто у нас получилось вот такое, красивое. Теперь беру ложку и набираю ложкой тесто. 1 ложку. И отправляю тесто на форму, на противень, выстеленный пергаментом. Пергамент ничем смазывать не нужно. Вот такое печенье у нас получается. Недаром оно называется 1 ложка. На расстоянии друг от друга, приблизительно 2 сантиметра, ставим еще одно печенье и продолжаем работу. В итоге из данной порции у меня получилось 16 печенек, крупных красивых печенек. Отправляем их в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. За 20 минут мы вместе с вами приготовили вот такую корзинку ароматного, вкусного яблочно-орехового печенька. Оно мягкое, влажное и в то же время хрустящее. Попробуйте, это легко, просто, доступно. И я считаю, что это сезонное печенье, потому что сейчас много яблок, сейчас много орехов, так что не составит труда испечь такое печенье. Побалуйте своих гостей, родных, близких. Это вкусно, это сытно и это быстро. Понравилось видео? Жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. До новых видео и до новых встреч. Пока-пока, увидимся.